Ну а так, друзья, выходит наша кровля. Выходит великолепно. Все края, именно боковые части, у нас совпали с этой канавой. То есть затекать по бокам в жизни не будет. Еще промажем там. И вот таким образом обходим, получается, вытяжки квадратные, чем их и удобно. Тут промажу и в жизни не потечет, хотя оно и так уже не потечет. Тут внутрянка сарая. Получается, надо ставить только вот с этой стороны уголок отвод воды. То есть прикрутим сюда и туда. Все, боковые все у нас, получается, совпали. Вот так с этой, с канавкой. И так везде. Так само здесь. Тут у нас канавка продолжается, и там она дальше волна пошла. И так же само вот здесь. Вот. Тут в жизни не потечет. Ну и замажем. А уголок отвод воды только с этой стороны ставить. И все. Так уже. Так и сделаем. Что касается конька, кто-то
Кто-то напишет, не хватило до самого конька до верха 8 сантиметров. Все, хватило, это мы специально так делаем. Я сначала делаю такую самопальную подложку под конек, то есть защищаю от снега, чтобы не задувало в эти волны. Защищаю, чтобы воду туда не забивало. А конек, я считаю, он чисто для ровной воды только работает. Вот идет дождь, без ветра он работает. И как просто прикрытие. Мы сначала подложку делаем. Ну, у меня уже там, ну, как бы, свой колхоз, как я делаю все. Я и дома так делаю, на дому. Нормально все работает. Не задувает. И здесь так сделаем и накроем все коньком. Конек у нас большой. 250 на 250 лопухи. Переходим на эту сторону. Тут-то будет проще, не резать профлисы. Здесь мы, конечно, подзаморочились с профлистом, чтобы угадать, чтобы не делать боковые вот эти планки, не выдумывать, не колхозить. Сделали все таким вот образом. То есть в жизни по бокам не потечет. А оттуда просто отвод прикрутим, отводную планочку с металла выгнутую, с зеленого. Проверяй пазики. Ну, нормально. Ага. Ровненько? Да. Так, последний. На эту сторону. Смотрим тут по пазикам. Вот так. Сань, пазик хорошо сошел. Да. О! О, вот так. Все. Я края покручу. Ну да, ты крути края. Хотя бы парочку. Так, один скат готов. Последний лист этой стороны. Ну, как раз у нас получается на ребру, да? Да. А здесь, друзья, вот эта вот так называемая дырка. Здесь будет у нас коричневый продолжаться, вот так будет идти коричневый сантиметров 20. Коричневый ряд. Зачем коричневый? Ну, потому что рамки на окнах коричневые, углы коричневые, наружные. И будет так само ж и верх под крышей коричневый. Вот, допустим, как здесь. Коричневые рамки вокруг окон, коричневый угол. И здесь тоже будет идти коричневая вот такая вставка. Сантиметров 20 на всю длину. Короба я делать не буду, ну, не нужен. Потому что я коричневым подойду прямо аж под крышу. Край, который от горы, мы сделали вот таким вот образом. Оставили волну, полторы волны, и загнули сюда, чтобы для ветров ничего не задувало. Оно, стенка у нас получается от горы. С горы у нас ветра, поэтому сделали так. 15 листов пошло на эту сторону, и там лежит еще 15. Четко хватает, все, пики-пики. Вот таким образом сделали. Я думаю, нормально будет. Да, Сань? Да. Отлично. И для ветра, и для всего, для дождя, все будет. И сторона тыльная, а лицевую сделаем красиво.
первый. Вот твою сторону подаем. Ну давай. Выше болгарок. Оп, стоп. Понял? Только тут. Вот, закончили крышу и ту сторону полностью. Короче, кровлю накрыли. Два ската. Остается нам конек. Ну, там с коньком по колхозе чуть-чуть надо, чтобы не задувало снег и при сильном ветре и дождь. И сделать также надо козырьки напротив каждой вытяжки. На каждой вытяжке сделать четырех, я думаю, четырехскатные такие как бы козыречки. Ну, что-то там тоже надо будет придумать. И сам сарай 16, длина 16, ширина 8. И в основном делаю не для откорма, там спрашивают, сколько голов будет на сарай. Я не делаю для откорма, мне там забить 130 голов и кормить. Это в основном как бы направление свиноматки у меня. Вот там штук 10, чтобы было свиноматок для начала. А там уже будет видно, как надо мне дальше что-то брать, надо дальше... расширяться будет или нет, там уже будет видно. Также, ну, на следующий год я планирую этот год закончу этот сарай, на следующий год планирую, тут у меня рядом участок, дозакончу документацию, и на следующий год поставлю ангар. Или за этим сараем, или там аж возле гаража, возле своего двора, но это будет на следующий год. Что я сделал? Перед тем, как крыть крышу, саму кровлю крыть, я кинул сюда на всю, на по центре три растяжки, потому что получается колбаса длинная 16 метров. Вот такие растяжечки, самопалочки, тут лебедка, там тоже растяжка, самопалка. И потому что металл тяжелый. И при нагрузке уже же, ну, оно и шалевка об решетке, и сам металл, и вытяжка, оно все вес дает. И все равно нагрузка идет на стены, на расширение стен. А опор у меня пока здесь нету. Самих клеток, перегородок на клетках нету, которые будут являться диагоналями для стен на заваливание. И опор самих нету. И чтобы, ну, перестраховаться, все равно, ну, как бы подгрузили крышу. Ширина 8 метров, то есть перестраховался, кинул 3 растяжки. А потом поставлю опоры, уже когда загороды будут, уберу эти растяжки. Также здесь у меня вот на уровне 2 метра, вот так полностью проложится перегородка. Тут в перегородке будут двери уже в сарай, такие же 2-метровые, как здесь. Проход по центру будет 2-метровый. И здесь будет, ну, типа коридора, справа у меня будет котельня, котел для отопления, ну и дрова где сложить там. Слева просто как бытовка, кабинетик такой, 3×2, 6 квадратов. Ну вот по закладушку, где вот закладная, это будет кабинетик. Тут в этом кабинете тоже будет глухое окно в сарай, чтобы видно было, ну и свет, чтобы туда просвечивало. И так само в котельне, в перегородке будет глухое окно. Пластиковые тоже туда не будут открываться. А эти будут открываться все вовнутрь. Также, что нам надо еще понутри? Там два листа, вот они лежат, прикрутим. Уже есть. И можно заниматься уже планировкой. Планировкой сам песок выравнивать. То есть планировать почву, так сказать. Планировать почву и также ж, ну, в первую очередь конек докрутить. Сам конек, потом обрезать здесь по шалевке. Покрутить торцевые планки и заканчивать конек. После конька станем туда крутить вот это, где у нас получается щель между крышей и стеной. Там у меня снаружи будет коричневый идти, лента коричневого профлиста. 20 сантиметров, там 20 или 15, посмотрю. А отсюда пойдет же утеплитель 10 сантиметров.
сюда будет вставляться и пошло, и потом USB или там металл, что будет внутри потолок, подошьем потолок. Получается, что по кровле мы сейчас туда-сюда денек закончим все моменты, эти мелочи, и займемся нутрянкой. Не нутрянкой, а займемся вот этим фронтоном, утеплять его, обшивать. Также накроем бойню, я видео отдельно по бойне сниму. И будем заниматься нутрянкой. Нутрянка у нас идет заливка и сами клетки. Вот это что у меня как бы напрягает, я уже в поисках бэушного металла, трубок, всяких там профильков. Где-то какие-то ангары срезанные, легкие. То есть что-то будем искать, что-то будем, так сказать, находить подешевле, чтобы не новый брать металл на клетки, потому что металла надо много, именно вот эти все мелочи. Ну, все, до... Ну, я думаю, до мороза закончим, но я не спешу. Не спешу, мне прям до морозов. Спешить мне некуда. Делаем качественно, хорошо для себя. Делаем с совестью. До Нового года сделаем это однозначно. Просто что оно все стоит денег, а деньги откуда берутся? С того ЛПХ, что у меня есть. Личное подсобное хозяйство с него вытягивается потихоньку и вкладывается в сарай. Поэтому я как бы не сильно... Понятно, были бы сейчас деньги, я бы вкинул за неделю, все сделал, людей нанял, помощь там больше. И... А так своими силами за работу платить не приходится. И то есть все устраивает. По ценовой политике он так и выйдет мне в пределах, там, как я сразу говорил, там 115-125 тысяч где-то. Так он весь и потянет этот сарай. Там незначительно больше, и то я бойню тогда не считал, а сейчас у нас и бойня будет. Бойню надо тоже заливать, крышу накрывать, шалевку надо докупить. То есть вот такое. Здесь вот пойдет коричневая лента, здесь коричневые углы, коричневые рамки вокруг окон, и здесь поверху пойдет, здесь коричневая лента сантиметров 20. И здесь торцевые зеленые. Ну вот так получается оно все. Получается сарай сделанный, сэндвич панель, только самодельная. Металл внутри 100 мм пенопласт и еще два утеплителя с отражателем. То есть сарай по теплоэффективности будет очень хорош. Там мне говорили, крышу накроешь, парилка будет, там холодно аж. Тенек такой, что даже ну, не то, что прохладно, а холодно внутри. То есть крышу утеплим, будет отлично. И по вытяжкам. По вытяжкам вообще я довольный и рад, что сделал именно их 62 на 62 квадрата. У меня и 3 штуки я сделаю. Если мне много будет вытяжек зимой, у меня будут такие как бы задвижки. Надо, закрыл, надо там на 1/3 открыл, ну то есть буду регулировать. Много будет, вообще закрыл, одну оставил. И вверху козырьки, там сетка, чтобы птицы не залетали. Ну то тоже буду отдельно делать ролики. Вот на таком мы сейчас этапе. Вот такой у нас будет сарай для свиней. Сарай для свиней, ну для десятка свиноматок и откорм там будет. Не знаю сколько там десятков откорма. Вот так, по-любому бытовка, надо переодеться, там покастрировать или пооткусывать зубы поросятам или покупировать хвосты. Котельня, по-любому надо отопление, маленькие поросята топить. Есть у меня всякого хлама много, чем топить. Если не хватит, докупим. И протапливать каждый день понемногу, чтобы было в сарае тепло. Потому что их хоть и много будет, но воздух будет сырой, влажный, то есть эти пары, это конденсат, то есть лучше, чтобы была температура сухая, а не влага. Вот так, друзья. Держу вас в курсе, показываю каждый этап, который делаю. Вот на таком мы сейчас этапе укрыли полностью крышу. Вот так он выглядит.
Красота. Не знаю, как на камеру передастся, но красиво. Очень красиво.